Социальный проект «Прыжок в атмосферу» помогает адаптировать в социум детей, страдающих аутизмом. Физкультуру на батутах впервые применила Ирма Гаугаева. По ее словам, батуты хорошо развивают вестибулярный аппарат и моторику. Ирма Гаугаева была единственным специалистом в республике. В прошлом году представила социальный проект на форуме «Машук». Получила одобрение, грантовую поддержку и организовала обучение. Сейчас инструкторов по адаптивной физкультуре на батуте уже трое. Ева, в принципе, достаточно послушная, и когда у нее есть настрой, она хорошо занимается. Она четко выполняет все инструкции, делает, что нужно. Как бы особых надежд, конечно, на какого-нибудь мастера спорта мы не возлагаем, но для физического развития и укрепления здоровья, да, это очень хорошо. Вы можете наблюдать, что сейчас уже занятия проходят, и еще на очереди есть... Получается, 6 сейчас занимаются, и 14 семей еще ждут своего часа, когда начнутся их занятия в детско-родительских группах. С 1 февраля мы запустили непосредственно занятия, а до 1 февраля мы смогли подготовить 2 специалиста, которые сейчас занимаются в группах и ведут занятия для детей с аутизмом и с синдромом Дауна в детско-родительских группах.